Тобто, правда, что Кадыров кандидат наук и мастер спорта по боксу и борьбе? Но по борьбе нет, остальное правда. Да, он академик, он мастер спорта по боксу. Вы не видели, он давал как бы наставление. Ну, короче, как тренер он объяснял этому Майрбеку Тайсумову, как нужно, значит, какой тактики нужно придерживаться в бою. Говорю, видишь, говорит, он правша. Поэтому ты, говорит, должен уходить вправо. Говорит, вправо надо уходить. А если ты уходишь влево, ты прям под удар правой попадаешь. Правильно же вроде советовал. Я думаю, он мастер. Вайнах в переводе значит «наши люди». Глава республики древний язык знает прекрасно и сам владеет всеми тонкостями танцевального искусства. Философия целого народа в танце. Я очень долго учил язык танца. Когда ты понимаешь язык танца, это как смотришь театр. У нас танец, то он мужчина, показывает легкость, как олень. Охотник, вот мы каждый вот так вот. Если девушка идет вот так вот, то это добыча. Вот так он ведет. Ну давайте пройдемся. Вот так вот он ведет, да. Он любое время вот останавливает, ведет до танца. И поэтому вот так это, он показывает, что он орел. Это всегда парная рука. Да, вот на ноги, олень легкий, как он быстрый. А девушка всегда на носочке. Да, она на носочке, она как лебедь. Чеченцы – один из древнейших народов Кавказа, непрерывно населяющих территорию современной республики с первых веков нашей эры. Теперь главное. سأمحو رجس الصيون انتظريني انتظريني